Вот, парни, приехал на одну территорию разгружаться, вот как надо на рыбалку ездить. Видеокамера какая-то стоит вон там вверху. КамАЗ вряженный в хлам. Вот следом за ними видно ездит вот этот вот длинномер. Потом вот такие вот вездеходы на гусеничном ходу с красным флагом. Что на нем сейчас посмотрим. Это их сервис так называется. Ну, АС. Какой-то там сервис, сейчас посмотрим. Это два водных мотоцикла. И вот такой вот красавчик шерп. Не то, что там удочки не доставать, из автобуса не выходить, блядь. Вот так, ребята, готовы, короче, к сезону.